Народ здорово. У нас это опять апгрейд. Что-то не хочет фокусироваться. Апгрейд пыжика. Ну, видно разницу. Тут какое-то мерцание. И тут мега мерцание. В общем, это. Меняем. Меняем не из-за того, чтобы ночью толку от них ночью, чтобы их и вот такое ночью видно. А вот днем, когда солнце, свет, ну, сильно ярко, плюс тут в Израиле постоянно светло, постоянно солнечно, надо, чтобы другие видели, когда я включаю поворотник. И было принято решение купить вот такие вот лампочки. Это сейчас мы вечером наблюдаем, посмотрим, когда будет утром. А лампочки вот такие. А лампочка у нас там вот такая. Светодиоды закрыты линзой. Ой, не линзой, а стеклом. То есть еще с линзой там. Вот она. Такой ахвирмы. Ну, они бывают разные, но взял такие. Не написано, на сколько вольт. Ну, вообще, этот. Или еще была бумажка, наверное, потерял. От 9 до 25 вольт они работают. Ну, как бы так. Сейчас это. Сейчас еще посмотрим уже там светло на улице, посмотрим разницу, как они днем светят. Тут со смещением идет вот эти вот ушки. Есть под 90, на 180 градусов, но со смещением в сторону, то есть маркировка. Этих всех лампочек бывает разное, поэтому обращайте на это внимание. Ну, как-то так. Пошли проверять теперь на улице. Вот так оно выглядит днем. Еще надо посмотреть, когда солнце выйдет из-за тучек. То есть разница уже есть. Светодиод поярче, это тускло. Когда солнце будет светить, надо будет встать и еще тест сделать на солнце. Ну, все равно поярче. Намного поярче. Ладно, ждем солнца, пока выйдет. Ну, если посмотреть на солнце, то намного ярче будет это смотреться, чем это. Даже если встать так, вот она тускленькая, сдалека на солнце будет видно хорошо. Поэтому меняем вторую. И все на этом. Всем большое спасибо за то, что смотрели. Всем большой привет. И не болейте. Пошли сделаем кофе.